В Одинцовском округе продолжается масштабная кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины привились уже 51 423 человека, из них вторым – 46 603. Стоит добавить, что за последнюю неделю увеличилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в медицинские учреждения округа. Если на 26 мая лечение проходили 677 человек, то на 2 июня – 629, а на 9 июня – 800. Глава муниципалитета Андрей Иванов призвал усилить разъяснительную работу с населением и уделить повышенное внимание работе выездных прививочных пунктов.